Северной Осетии пресекли продажу контрафактного алкоголя. Более 4000 бутылок без маркировки было обнаружено в торговом объекте и складских помещениях подозреваемых. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД установили личности 4 жителей республики, лидера и участников преступной группировки. Криминальную схему разработала 37-летняя жительница пригородного района. Она закупала нелегальное спиртное – коньяк, водку, виски, игристые вина и аперитивы. Приемом, учетом и реализацией товара занимались ее подельники. При закупке крупной партии контрафактного алкоголя все участники группы были задержаны сотрудниками полиции совместно с коллегами из регионального управления ФСБ при силовой поддержке бойцов СОБРа. Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Северной Осетии оперативным путем было установлено, что 4 жителей республики занимаются реализацией контрафактной алкогольной продукции. Установлено, что преступную схему разработала 37-летняя жительница пригородного района. При закупке крупной партии контрафактного алкоголя все участники группы были задержаны сотрудниками полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке бойцов СОБРа. Проведены обыски в торговом объекте, складском помещении и домовладениях подозреваемых. Полицейскими были обнаружены и изъяты свыше 4000 бутылок алкогольной продукции различных наименований без федеральных специальных марок, а также черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства. Следователям следственной части Следственного управления Министерства внутренних дел по Северной Осетии в отношении граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.